Мне так опять приятно с вами встретиться. Я чувствую, что вы не стоите на месте, а вы все время все-таки что-то делаете. Вы как бы дирижеры все того, что происходит у нас в звуке. Очень часто музыка, она, может быть, идет вразрез с тем, что было написано у автора литературной основы. И вот в данном случае я за тех, кто делает это музыкально, вопреки даже литературному первоисточнику. Потому что музыка для меня определяет все. «Класс мастера». Владимир Васильев. Фильм 4. На телеканале «Культура».